Слышишь, Саша, такой вопрос еще. Один вопрос. Нет, его никто не будет трогать. Саша, что скажи, пожалуйста, а вот реально, представь себе, допустим, ситуацию, да, вот твои ребята, ты сегодня в Чернигов первый раз полетел, да? Да. А вчера куда летал? Вчера один вылет, не сам Чернигов. А по куда? Сейчас скажу. Южнее Чернигова, там дорога какая-то, что ли. Ну ты ж летчик, ты ж помнишь все свои точки. Куда? Не, по дороге говорили работать серии. Ага, отработал серии по дороге? Нет, в залпе. Ага, понял, хорошо. А смотри, а кто из ваших вчера на Багунского, ну, у нас на город пролетел, бомбочки покидал? Позавчера, вернее, отставить. Позавчера? Да, кто? Говори, сука, у меня юнгерат скоро, нахуй. Я не знаю, нам, объясняю, нам ставят задачу, вот, минут 10 там есть подготовиться, посмотреть район, куда летим. Вот, то есть, именно кто туда летал, я не могу сказать, там постоянно что-то как-то меняется. Туда летите, потом отменили, сюда летите. И вот это все как бы... Чуешь, Саша, а скажи, пожалуйста, то есть вам действительно, вот по правде вам доводят, что здесь мирника нету? Да. То есть ты летишь работать на город? Ты же видишь, что это город, правда? Нам сказали, что отсюда всех вывели. И всех вывезли абсолютно, и город абсолютно пустой, только ветер гоняет травинки по этому, по асфальту, да? И машины ездят сами, как у Илона Маска, да? Как Тесла, вернее, да, вот это? Ты понимаешь, что вот ты понимаешь, что между нашими народами с тобой, я с тобой на русском языке разговариваю, да? Да. Вот, вражда на столетие теперь. Понимаешь это или нет? Скажи. Да, понимаю. Ну и как из этого варианта выходить? Я не поддерживаю нашу политику, которая ведется сейчас. А почему ты прилетел тогда? Почему ты деда убил? Зачем ты бомбу кинул? Военный человек. Приказы, мог промазать, сука. Мог промазать. Ты знаешь, приказы же тоже могут выполняться по-разному, правильно? Зашел на точку, стал на боевой, сработал, ну не туда, ну мало ли, кто что тебе скажет. Явно куда-то туда, где нет домов гражданских. Ты же видишь прекрасно, что это гражданские дома, правда? Да. Ну зачем ты работал по ним? Вот чисто по-человечески скажи мне. Вот представь себе, такие дети, как твои, как пацанов зовут, напомни твоих? Леонид, Матвей. Матвей и Леонид. Вот такие пацаны, как твои, Матвей и Леонид. Вот у меня в доме сидят, я там живу неподалеку, в подвале, понимаешь? Они боятся, они плачут. У меня дочка... Первый день войны, когда вы стрельнули, кричала, в машине сидела, когда я пытался ее возить. Понимаешь? А такой, как ты, пролетел, нажал на кнопочку, бомбочку бросил и улетел. Вот скажи, как мы можем к тебе относиться? А что с тобой будет, если вот так взять тебя, просто вывести в город, поставить и сказать местным, берите. Разорвут меня. На куски. Причем будут разрывать медленно, аккуратно, до того момента, и стараться так, чтобы ты жил до последней секунды. Правда? Да. Ты ничего не... Смотри, давай так, я попробую. Я попробую. Не хочешь ничего семье своей передать? Что же? Смотри. Саша, да. Я включил запись, запись пошла. Дорогая, все. Жив, здоров, мне оказали первую помощь. Вот. Я вас очень сильно люблю. Люблю вас. Все. Все? Да. Ну, Саша. Все так все, хорошо. Смотри. Ты же больше так не будешь, правда? Да уже нет. Точно-точно? Да. С мечтой про небо завязали? Она уже кончилась, нахуй, мечтает. Ну и отлично. Когда увидел сегодня это все воочию, я охерел. Ты сейчас искренне говоришь? Да. Саш. Да, сейчас это важно, искренне, не важно уже. Нет, это важно, это нам важно. Мы должны понимать, что вы не просто твари. Я думал, я когда увидел, что, блядь, едут по улицам, блядь, так обычная жизнь, блядь, идет, где-то что-то взрывается, я не понимаю. Зверишь так не поступает, как вы поступаете. Зверишь так не делают. Вы хуже зверей. Саша, как вы так могли, скажи, пожалуйста, Саша. У нас же дед